Активная антипробуксовочная система обеспечивает уверенный разгон и стабильное движение на сложных покрытиях. Контролируя работу двигателя и тормозов, система обеспечивает передачу оптимального крутящего момента на все колеса. Система активируется автоматически при проскальзывании одного или нескольких колес. ATRC выборочно подтормаживает буксующие колеса и тем самым перераспределяет крутящий момент от двигателя к тем колесам, у которых надежное сцепление с поверхностью. Таким образом, автомобиль стабильнее движется на скользком покрытии. Протестируем систему на горке с двумя роликами, которые имитируют проскальзывание колес по диагонали. Переводим рычаг в нейтраль и включаем понижающий ряд трансмиссии. Система автоматически переходит во внедорожный режим работы и имитирует механические межколесные блокировки. Так, при вывешивании колеса либо при потере сцепления с поверхностью, система затормозит его до полной остановки и зафиксирует так до тех пор, пока не восстановится надежный контакт с поверхностью. Таким образом, в результате работы системы ATRC увеличивается проходимость автомобиля. Исключается пробуксовка, сохраняется максимальная тяга при движении по бездорожью и обеспечивается стабильное движение при любых условиях.